Здравствуйте и добро пожаловать в Детройт. Я андроид и буду вашим гидом. Для начала давайте мы с вами настроим некоторые параметры. Язык выбран по установкам вашей системы. Выбор верный? Всем привет, дорогие друзья, это канал Skycrawler. Сегодня у нас Детройт. Я извиняюсь сразу за голос, потому что приболел. Вот, язык речи выбираем русский. Итак, язык текста русский. Субтитры мы включим. Так, размер субтитров. Блять, ладно. Какой будет? Так, яркость немножко подымем. Продолжим. Да, сохранить. Спасибо. Теперь выберите профиль. Так, продвинутое. Я хочу полного погружения и упрощенное. Я хочу сосредоточиться на сюжете. Мне нужно более простое управление и упрощенное испытание с меньшей вероятностью гибели персонажей. Вот тут, кстати, выбор такой, ну, неоднозначный, потому что я планирую, помимо того, что игру пройти, сделать еще и платину в ней. Возможно, даже сделать видео по этой платине. Поэтому, ну, фиг знает. Может, поначалу на упрощенной, чтобы было как-то... Давайте продвинутую, нафиг все. Если вы видите этот знак, не отключайте систему. Вы готовы шагнуть в Детройт. Помните, это не какая-то выдумка. Это наше будущее. Говорящая кукла. Ну да. А, ну, начало, собственно, демоверсии, которую мы играли. По поводу выхода серии, ребят, я работаю, у меня все-таки тоже есть жизнь. И я иногда не успеваю делать то, что успевают делать другие, сидя и просто играя. Поэтому мне нужно, помимо того, что играть, еще и кушать, как говорится. Поэтому я работаю. Вот, так что не серчайте, если я там запаздываю с выходом видео и так далее, с каким-то прохождением. Вот, допустим, God of War, я не знаю вообще, продолжать его или нет. Давайте вот буквально минуту разъясним этот момент. Вот, так что вот такие дела. Истории будут выходить ровно тогда, когда... Точнее, серии, когда у меня будет время. Уж извините, по-другому я пока не могу. Поехали. Так, зайдем в настройки. У нас PS4 Pro, и я хочу посмотреть, даст она нам какой-нибудь профит. Так, яркость HDR выключена, выставьте значение таким образом. Нет. Так, звук, языки, уровень сложности, управление. Все что ли? То есть не дают нам, да, никак повлиять на параметры. Ладно, погнали. Лялиус. Так, давайте спасем. Спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Там ты, мой ребенок. Так, смотрим. Ну, в принципе, мы тут уже проходили. Сейчас попробуем повторить то, что делали. Черт. Они все долбанулись. Капитан Аль, мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайн. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Так. Эмоциональный код. Или у него недавно... Ой, шок. Эмоциональный шок. Слушай,
Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Так, блин, вероятность успеха упала. Так, разобраться с произошедшим, спасти заложницу любой ценой. Сначала будем обследовать. Так, улики. Я, коробка от патронов. Так, одна из двух улик. Давайте посмотрим, что было. А, все, да? Угу. Только вот я что-то не помню, в прошлом прохождении я видел эту штуку или нет? Ну, то есть там немножко иначе все было. Прыгни ты, сволочь! Охренеть! У меня была такая же модель. Так, ну... Так, а ну сзади вас. Во-во-во-во, вот сюда. Да, немножко открыли нам локации. Так, ребенок не слышал выстрелов. Компьютер. А, планшет. Ага, мы имя узнали, что он Даниэль. Первый замочек снят. Теперь у нас кухня. А, нет, спальня. А, мы тут были. С Кузи. Сразу говорю, будем все обследовать, пересматривать, как я обычно и люблю. То есть не просто бросать на полпути и что-то пропускать, а прям вот будем по максимуму. Так, сотрудник полиции убитый. Есть. Дальше. Есть. Так, еще одно ранение у него. По-моему. Рука. Точно, рука. Будем реконструировать. Так, погнали. Ага. Так, стоп, мне нужно поймать события, как я понял, да? Есть, вижу. Так, заложница стала свидетелем перестрелки. Первое событие. Блин, я просто немножечко еще механику не понимаю. Поэтому уж извините. Ага. Вот что значит было. Он ее тащит, этот стреляет, этот убивает полицейского. Так, стоп, еще не все. Пистолет, не забываем. Так, ну все.
Так, возьмем. Потому что мы тогда ему сказали, что у нас есть оружие, он нам стал больше доверять. Так, смотрим еще. Ладно, опустим, все это мы в домоверсии видели. Выключим кастрюлю. Так, что у нас еще осталось? Синяя кровь. РК-800, а у него ПЛ-600. Что у нас еще осталось? Так, вероятность успеха мы подняли, но она все равно упадет. Детский размер обуви. Так, пестрая это. Заложница может быть ранена. Так. Раз, два... Еще одна цель. А, здесь должен быть отец, по-моему, да. Блин, не туда, пардоньте. Получается, андроид сбунтовался, потому что его не любили, я так понимаю. А, папашка, он знатно продырявил. Так, смотрим. Кровоизлияние, второе ранение. И третье ранение. А, есть еще четвертая. Может, голова? Да, точно. Давайте реконструируем. Сейчас посмотрим, как это все происходило. Тут батя. Оп, такой, как ниндзя. Раз. Так, стоп. Получается, отец держал что-то в руках. А девиант просто подошел сзади и начал убивать. То есть он, получается, пошел, взял пистолет, зашел в комнату. Малая сидела в комнате. Он убил отца. Потом пошел, взял девчонку, потащил на этот, на балкон. Как раз тут полицейский приехал. А кто его вызвал? Я что-то вот понять не могу. Так, это что такое? Так, реконструкция завершена. Мы что-то нашли. Да-да-да-да-да, вот планшет. Посмотрим, что там. Ваш заказ на андроида... А-а-а, вот чего он взбесился. Его решили заменить. А он же говорил в демке, что я, говорит, любил их. А они со мной типа так. Они решили его заменить новой моделью. Вот почему он взбунтовался. Что его как вещь воспринимали. Все. Да. Ну-ка, подойдем к полицейскому осмотреть. Прости, Дэвид, но тебе придется сегодня умереть. Надеюсь, не мне. Ну, погнали, попробуем. Как раз упал процент. Так. Ты в ярости, Даниэль? Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Ты вооружен? Да.
У меня пистолет. Бросай! И смотри мне без резких движений. Вот. Я его бросил. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я главный. Если умру я, умрет она. Ты слышишь? Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Простите. Вот, я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Блин, вообще неоднозначный на самом деле момент. Очень неоднозначный. Я тут больше сопереживаю этому андроиду, чем всем остальным. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Появилась надпись «Программные сбои». Интересно, что это? Возможно, здесь наши поступки будут как-то влиять на то, как мы будем воспринимать ту или иную ситуацию, скорее всего. Ну, заложница спасена, и на том спасибо. Блин, если разрешат переигрывать моменты. Так, здесь вы можете посмотреть выбранные вами пути, открытые возможности, доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе «Дополнительно». Так, в силу специфики игры не все узлы и схемы считаются шагами к прохождению. Принять. Так, мир в это отобразить легенду, потом приблизить, продолжить. Давайте посмотрим, что мы тут наделали. Так, начать переговоры с девиантом. Первое, зашли, полностью откатали всю схему. Единственное, что вот здесь вот начать переговоры, видите, есть ответвление. Дальше мы пошли, дружеский подход. Та-та-та-та-та-та. Так, ну в итоге девчонку мы спасли. Если, короче, будут после прохождения игры, если дадут возможность переиграть в эпизоды, то мы, наверное, попробуем с вами просто пока будем делать платину. Если мы будем делать платину большими буквами с восклицательным знаком, то мы будем переигрывать некоторые моменты по-разному. Поехали дальше. 5 ноября 2038 года. CyberLife Incorporated. Модель AX400. Загрузка операционной системы. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства.
готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. В двух языках и помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здравствуйте. Вау. Нам нужно что-то для... Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999 долларов плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Жуткое зрелище. Они выглядят как люди. То есть перед вами фактически стоит человек. А, вот ты, родной. Ты за мной пришел. И их покупают как рабов. Очень жуткое такое, нехорошее. Во-во-во, вот этот мужик из ролика. Я один трейлер смотрел. Конечно, задали бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Прошу прощения, ой, безумно круто, вступление очень классное. 9:38. Так, добраться до магазина краски Беллини. Тьфу, бляха-муха. Так, давайте осмотримся. Ну-ка, дайте я вам помогу. Спасибо, Виталий. Тайны андроидов. Как Киберлайф учит своих андроидов существовать с людьми? Разработка андроидов, которые не вызывали бы у людей отторжения, стала для компании Киберлайф большим испытанием. Джейсон Граф, директор отдела очеловечивания, в недавнем интервью поделился с нами своими секретами дизайна. Первые андроиды были идеальны, у них были идеальные лица, идеальная мимика, и вскоре мы поняли, что в них есть что-то отталкивающее, что-то такое, из-за чего рядом с ними люди чувствуют себя некомфортно. Компания Киберлайф начала работу по очеловечиванию своих машин, чтобы они смогли войти в наши дома и стать новыми членами наших семей. Так, а страницу 2, ну? Они создали андроидов обоих полов и всех существующих этнических групп.
а также проанализировали тысячи голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры. Было улучшено реалистичное моргание, хотя практически нагрузки оно не несет, а также дыхание, волосяной покров лица и прочие человеческие черты. Именно в этой совершенной симуляции человечности, вплоть до тех деталей, что андроидам не нужны, и заключается секрет успеха от дизайнеров CyberLife. Блин, прикольно. На самом деле, я вспоминаю андроидов из Alien Isolation, это, конечно, те еще фантомасы долбанные, которых, ну, просто реально жутко смотреть на них. Так, у нас есть, подождите, давайте посмотрим, добраться до магазина краски и две цели закрытые. А еще дико порадовал бомж, который сидит и говорит, типа, блин, да почему ты не можешь туда пройти, в чем твоя проблема? Смотрите, что он делает, он, короче, не может туда пройти. В игре с такой штукой и так позорно сделать. У деда написано было, я типа остался без работы, потому что меня заменили андроиды, что типа того, что в общем андроиды лишили его работы. Так, посмотрим. Цель там, но мы пойдем сюда. Блин, ну почему меня постоянно ограничивают? Я хочу походить, посмотреть. В конце концов, эта игра про это. Это на самом деле круто выглядит все. Так. А, я понял, это желтым помечаются места, где мы можем взаимодействовать. Да почему же меня постоянно ограничивают-то? Ёшь вашу медьку. Пойдемте на пешеходный переход. О, смотрите, я глюк поймал у игры. Далеко собралась, гражданочка? Молодые люди, помогите девушке. Может, и я так смогу. Давай вместе. Блин, ты всю атмосферу портишь, засранка. Так, дорогу перешли. Теперь смотрим внимательно. Слишком много всего, и все это надо нам... Так, краски Беллини там, но мы туда пока не пойдем. Боже, да дайте хоть что-то же, ну. Почему так пусто? Почему нельзя ничего... посмотреть, нельзя ни с кем поговорить. Я понимаю, что это камера. А, вот нашел. Это камерная история. Но, блин, друзья, это же должен быть хоть какой-то интерактив. Человеческая музыка, $1, чтобы услышать музыку. Или что это? А, музыку с душой. Ладно, писюн с тобой, пой дальше. Пока что у меня... никакого интерактива нет вообще. Так, ты там чё распинаешься, проповедник? Бледные копии Всевышнего. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. А слова-то пророческие. Насколько я понимаю. Давайте сходим к этой девице. Здравствуй, милая. Чего стоишь? О, тихо, тихо. Дроиды летающие, отслеживающие, судя по всему, у всех. Так, блин, опять не дают пройти. Да что ж такое-то, ну?
Вообще, вы знаете, очень прикольно наблюдать. Вот я сам с 80-х годов, с начала 80-х, рожден, произведен, если так можно выразиться. И за все время, что я люблю фантастику, я смотрю фильмы, там, мультфильмы, анимацию различную, потом игры. Очень сильно менялось видение будущего. Я вот вспоминаю «Звездные войны» и как сейчас все это преподносится. Причем стиль у всех практически сейчас одинаковый. Очень сильно похоже на этот, на Deus Ex. Не только Deus Ex. То есть как-то мне кажется, что мы двигаемся именно вот к такому будущему. Угловатости, кубизму, андроидам, прозрачным планшетам и так далее. Потому что поначалу все было дико. Дико. Вообще просто по-другому. Как-то видение у нас у людей очень пересекаются будущего. Блять, хотел сказать одно, получилось, сука, другое. Так, я не понял, где эти ссаные краски? А, вот, Bellini Paints. Интересно, интересно. Так, что у вас можно посмотреть? Так, забрать заказ. Первое задание открыто. Здравствуйте. Идентификация успешна. Так, а ты тоже андроид, что ли? Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. А зачем ты его держал тогда? Ты машина, перед тобой машина. Он же не украдет, не убежит, он подключает. Таким... Зачем общаться друг с другом словами? Что-то как-то... Используйте R1, чтобы сменить ракурс камеры. А, окей. Как бы... Второе задание какое? Так, вернуться домой на автобусе. Да, вот непонятно, если ты платишь бесконтактно, просто взглянув на оппонента, и зачем было говорить, да еще таким машинным голосом, с такими остановками, ну, непонятно. Вопрос просто зачем? Подошел, забрал и ушел, а продавец еще и держит, как будто девиант сейчас схватит и украдет. И, точнее, и убежит. Схватит и украдет. Блять, как это? Бля, худокс есть, что ли? Шеф, сделай-ка один. Поострей. Не пугай мне клиентуру. Не пугай мне клиентуру. А чё пугать-то их вокруг больше, чем людей? Здравствуйте, мистер полицейский. Давайте вообще на все смотреть. Потому что мне просто интересно, как они сделали, что они сделали. Слышь, мужик, ты вообще за порядком следишь? Нет, я тут... Стою возле полицейской машины, вообще никак не реагирует. И вот это вот долбанное ограничение, ну ё-моё. Так, где автобусы? Автобусная остановка. А, вот тут. Понял. Да. Так, ну... А, вон автобус. Я понял. Нам надо семьи кормить, а нас заменяют бездушными роботами. Запретить! Тих! Далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Что? Смотри на этого говнюка! Живи. Работу увел, а пальцем тронь посыпался! А можно ему в лицо дать в ответ? Ты отсюда не уйдешь! Мы тебя сейчас порвем, как грелку! Бей его! Давай! Все! Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф.
когда заберут и твою работу. Посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Козлы. О, а можно туда внутрь? Чуть кругом какой-то, я не понимаю. Я сам человек ненавидящий толерантию, которая сейчас творится. Потому что я считаю, что вот эта толерантность долбанная, феминизм и прочее говно, это просто срань для мозгов, которая разводит беспорядок. Ну? Войти. Поехали отсюда. Но здесь уж что-то совсем жесть. Здесь уже какой-то и нацизм прет. И вообще просто беспредел какой-то. Жестокость с домашними животными, кстати. Ага. Они же как домашние животные. Видите, у них даже отдельный отсек. Раз вы их очеловечиваете, почему вы их ставите отдельно? Не понимаю этого. Что за бред? Дать человеческий облик, очеловечить и при этом относиться как к дерьму. Тем более, наверняка у них искусственный интеллект тоже развивается. Так, давайте посмотрим, чего мы пропустили. А, Маркус сел. Это хорошо, что он сел. Блин, пропустили две штуки. Прочитать статью «Тайны андроидов». Два события. Посмотреть на торговца хот-догами. Нужно, наверное, было постоять рядом с ним. И, так, прочитать статью «Тайны андроидов». Там тоже что-то было возле этой лавки. Наверняка там можно было сценку посмотреть. Ладно. Что ж, друзья, давайте остановимся. Будем небольшими сериями. В день, как я и обещал, будут две серии выкладывать. Всем спасибо за внимание. Есть о чем еще поговорить. Всем спасибо. Всем пока.